Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Deus Ex Mankind Divided, 12 часть моего прохождения, мы находимся с вами в магической лавке Онтарио, или как-то так его зовут. И мы получили информацию о его соратнике и даже друге Ричарде, собственно, который в канализации манипулирует сознанием людей и даже умудрился сманипулировать сознанием Адама Дженсона, несмотря на то, что у него стоит КАСИ, имплант этот. Аугментация, как она, социальная аугментация, как ты ее называл. И настало, вручил он нам три каких-то передатчика, которые помогут нам сейчас, собственно, заблокировать его вещание в этой самой канализации. Вот, и, собственно, попробовать вывести его на чистую воду. Мы уходим из этого района, давний. Как-то он так называется, если я все правильно помню. Я решил пока что не вырезать этот самый, как его, все вот эти переходы туда-сюда. Вот. Также хочу сказать вам о том, что в этой миссии, в этой серии, вернее, мы отправимся с вами, выполним сюжетное одно задание. Оно будет на проникновение. Разбавим, наконец-таки, немножечко рутинные будни Дженсона, хотя, в принципе, мне не кажется все вот эти дополнительные побочные задания рутины. Здесь интересно все исследовать, как я уже говорил. И более того, это все полезно. Мы набираемся с вами опытом, мы получаем праксисы. Благодарю за комментарии, которые мне выяснить позволили, где еще тут есть праксис. Но, к сожалению, эти комментарии я уже увидел после того, как записал это видео. Так вот. Можно, кстати, сейчас будет купить взлом турелей. Это поможет нам, в принципе, в будущем. От греха подальше будем нарываться регулярно, особенно в городе големов. Будем нарываться на эти турельки. Вот, и будет полезным умение их взламывать. Да, еще раз возвращаюсь к практикам, которые валяются вот в этом районе. Да, я знаю, что здесь в апартаментах Дженсона есть один практик, но я повторюсь, я комментарий уже увидел после того, как записал этот видосик. Мы все эти дела соберем с вами по возвращению из Голема. А мы сюда еще вернемся, здесь еще все поменяется, все будет очень интересно. Вот, поэтому, в принципе, что хорошо, мы с вами как бы не совершаем никаких таких вот прям фатальных ходов, которые не позволят нам что-то здесь надыбать. Развиваемся даже мы с каким-то небольшим опережением, мне кажется, лично. Вот. Как и, в принципе, всегда я это делал, что в Deus Ex Mankind Divided. Физнику нужна помощь. Все только благодаря тому, что изначально я качаю правильные аргументации, которые позволяют нам побывать там, где большинство людей, которые играют в эту игру, скажем так, не столь тщательно, как это делаю я. Тебе здесь не место. Тебе лучше уйти. Да, позволяет мне побывать в более таких интересных местах, в общем. И, соответственно, собрать больше плюшек. Более качественным, скажем так, апостасии пребывать. Так, вон слева там есть дверка, которую можно взломать. Сейчас, к сожалению, здесь этого сделать нельзя. Здесь почему-то не работают аугментации практически дженсоновские, потому что действуют вот эти вот передатчики, излучатели так называемые, кодировщики сигнала. Вот это самое засранство здесь, это вылавливать, пока турелька повернется от нас, потому что она нас может засечь, поднимется тревога, и тогда... Хотя, в принципе, здесь так или иначе нам... Ты что ты будешь делать? Ты же отвернулась вроде. По мини-карте же видно было. Вот засранец, а. С этой стороны нам не обойти. Ладно, лучше немножечко переждать, перебздеть, как говорится. Хорошие люди не поднимают. И отправляемся теперь вот на лесенку. Можно... Хотя нет, нельзя с этой стороны залезть и обойти все это дело по правой стороне. Лучше вот делайте, как я. Не обязательно, неважно, какой последовательность для этого вы будете делать, но делайте лучше побыстрее. Все, ладно, я вроде бы успел. Что это у тебя там? Камера не успела меня засечь. Не, она, конечно, засечь меня успела, но среагировать не успела. Призрака здесь все равно за это задание не дают, по-моему, если мне память не изменяет, поэтому давайте поболтаем с товарищем уже на наших условиях. Скептик продолжает сыпать пустыми вопросами, сомнениями. Он ничего не создает. Пускай тогда и не говорит ничего. Я все же скажу кое-что, хочешь ты того или нет. Нам стоит о многом поговорить, Ричард.
теперь, когда это стало возможно. Зачем ты... Что тебя так разозлило? Мы всего лишь пытаемся построить что-то лучшее, чем мир вокруг. Ты всего лишь пытаешься управлять людьми. Усиливаешь свои гипнотические способности при помощи чего-то вроде Касси. Не даешь людям отвечать, задавать вопросы. Кажется, ты не понимаешь. Подожди. Эти люди хотят быть здесь. Мы нужны друг другу. Насколько же уродливым кажется тебе мир, чтобы устроить вот такое? Почему ты считаешь, что это достойная альтернатива ему? Мы решили начать все заново. Бежать из общества. Из того, во что оно превращалось. Ты можешь этого не понимать, но они... Нет, я понимаю. Ты искал уязвимых людей. У кого были причины бежать, как и у тебя. За кого ты их принимаешь? Никто не заявлял об их исчезновении. Я не отрывал их от сытного обеда и теплой постели. Для тех, кто скитается по канализации в поисках ответов и какого-то шанса, это хорошее решение. Не надо больше прятаться. Не надо убегать. Они больше не чувствуют себя одинокими. У них есть я. И я нужен им. Им нужно место, где им рады. А что с теми, кто тебе не нравится? С теми, кто задает вопросы, сопротивляется, вроде Визника или меня? Ты прогоняешь их, угрожаешь им, ставишь автоматические орудия, чтобы они никогда не смогли заглянуть за занавес. Орудия нужны, чтобы защищать идеал. Даже самые мирные поселения должны быть готовы столкнуться с врагом. Это не поселение и не общество, а трюк, фокус. Ты загипнотизировал людей, навязав им собственную фантазию о мире, в котором хотел бы жить. Он обманул нас? Я не понимаю. Все это полная бессмыслица. Пожалуйста, не уходите. Он может говорить все, что угодно, но он не способен изменить мир, что наверху. Там избавляются от нас. Проводят сегрегацию. Они пересчитают вас. Запишут в книги. Кто знает, что еще. Людей нужно направлять. Сейчас это еще важнее, чем когда-либо. Никто не должен сражаться в одиночку с тем, от чего вы пытались скрыться, представив, что этого нет. Но ты же не направляешь, а просто заменяешь один тоталитарный кошмар другим. Я перестарался. Он стервятник. И очень сильно, да. Теперь придется много исправлять, Ричард. Пора опускать занавес. Ну что ж, вот такой вот диалог. Касси у нас, как вы видели, уже работал в полную силу, благодаря тому, что мы сняли это излучение. Вот, и перед тем, как отсюда уходить, можно немножечко местечко это обчистить. Козырного, конечно, вы здесь прям ничего такого не найдете. Что-нибудь типа праксисов, я, естественно, имею в виду. Вот видите, тройку, например, теперь можно взломать. Она... А тут уже, кстати, не надо взламывать. Это можно все дело уже просто взять. Вот, собственно, вот здесь комнатуха, не кисло. Он тут устроился, обратите внимание. Сладко спит. Вкусно ест. Вот это да. Так, сейчас вот это все мы повырубаем нафиг, чтобы не было лишнего шума не создавалось. Греха подальше. Вот видите, теперь мы можем, благодаря аугментации, которую я только что изучил, потратил праксис, вырубать эти камеры и турели. Ну, камеры, вернее, уже можно было изначально вырубать. Но тут можно поживиться вот этими всякими программками, типа стоп-червь и тому подобное, бридж. И даже есть еще электронная заметочка, которая нам... Электронная книга, которая даст нам 100, аж на 100 целых опыта. И уже, кстати, обратите внимание, нам теперь нужно не 5000, а 5500 опыта получить. Да, видите, можно обшарить также его комодик. Не кисло он тут устроился, вы посмотрите на него. А там эти все, хотя, конечно, они там, я не скажу, что они там в говне сидят, но как эти самые, как рабы. Я верю в то, чего мы добивались.
Так. Доступно в кошельке 10 тысяч. Мы можем купить еще один праксис, кстати говоря, друзья мои. Вот этот праксис находится у нас в апартаментах Дженсена, где мы сходили к одному из торговцев оружием. Такой борзый хмырь. Даже, по-моему, нам что-то такое неприятное. Нам, мне сказал. Вот, но повторюсь еще раз, праксис, о которой мне подсказали, я в этой серии, увы, никак не выложу. Мы отправимся очень скоро, ну не в этой, а в следующей серии отправимся в город Големов. Это тоже очень интересное местечко, я думаю, будет. Я, правда, еще ни сном, ни духом, что там и как, но будем, как говорится, посмотреть. Так, а здесь что-то нет, я так понимаю, да? Ой, как долго. Нету, походу, здесь. Да, есть, нашлась, зараза, надо было исследовать мастер-коды, первая попытка. Ладно, ничего страшного, я сюда загляну, чисто чтобы опыта получить за взлом вот этого замочка и все. Ничего такого, конечно, козырного, кроме как в хранилище туда вот в это вот больше было не выводить, но я не думаю, что там что-то такое прям серьезное. Либо кредиты, либо опыт, либо программа какая-то. Это, я так понимаю, здесь основная валюта, не то что даже валюта, а чаще всего нам это попадается. Оружие то реже попадается, но оружием мы здесь не пользуемся, поэтому можно особо не париться. Ну что ж, покидаем это местечко, давайте сейчас поболтаем еще с этим визником, послушаем, что он нам скажет. Все кончено. Ричард больше никогда никого и ни в чем не сможет убедить. Все остальные теперь свободны, как и ты. Я не образец отделения. Я сомневался в нем и тогда. И я больше не один из них, но я и не один из них. Правильно делал, что сомневался. Судя по тому, что ты единственный оказался на это способен, твоей силе воли можно только позавидовать. Я снова стал собой. Временный сбой сигнала заставил их видеть во мне угрозу. Я стал думать иначе. Я осознал, что в Визнике есть два разных человека. Тогда я это и понял. И хорошо, что понял. Бог знает, до чего все это могло дойти, если бы Ричарда не остановили. Сколько еще пришедших к нему он убедил бы остаться? Мы пришли, потому что не вписывались в социальные стандарты. Нас ненавидели революционеры и презирало правительство. Он обещал нам выход, но выхода нет. Изгнание из изгнания есть изгнание. Ты нашел выход, Визник. Больше ничего не связывает тебя с этим местом. И с ним. Ты можешь идти куда угодно, делать все, что хочешь. Я один. Я вас, друзья мои, поздравляю с этим. Завершили мы этот квест. И теперь отправимся, как я и говорил. Сперва сейчас купим праксис еще один. Эх, черт побери, чуть пораньше, конечно, мне бы узнать по поводу праксиса, который здесь тоже в апартаментах Дженсона. Сейчас бы унесли бы два. Но ничего страшного. Ладно, так уж и быть. Говорю, вернемся сюда еще раз. Опосля голема. И заберем. Вот, собственно, наши апартаменты здесь, да. Лесенка совсем рядышком. Продадим сейчас, кстати, ненужный хлам. Нам потребуется более-менее, я так понимаю. Хотя для чего он нам потребуется? Это инвентарь. Они же стакаются, всякие эти программы. Патрончики для пистолетов шоковых тоже стакаются. Все, что захочешь. Даже им все. Особо не пользуюсь. О, круто. Деловой аук. Что хочешь купить? Праксис, гони. Так, в боеприпасах расходники. Комплект праксис. Инвентарь пол. Так, стоп. Ага. А что, он разве место в инвентаре занимает? Ну ладно, пес с ним. Давайте сейчас продадим ненужные вещи. Глушитель. Интересно, глушитель мне для чего этот пригодился? У меня транквилизаторная винтовка и пистолет с глушаками. Итак. Наверное, для пистолета глушитель. Ну, посмотрим. Но сейчас я его пока продавать не хочу. Может, пригодится еще. Всякие вот эти, смотрите, чипики стволовых процессоров и тому подобное. Вся прелесть. Они у нас не дешево стоят. Так, хоп-хоп, пятихаточку так заработал. Боеприпасы для Тайфуна я тоже пока продавать не хочу. Хотя Тайфун это, я так помню, аугментация, которая позволяет сверху как-то так в шуку спрыгнуть и всех поубивать. Здесь, по-моему, сделали эту аугментацию еще и нелетальной. Так, покупаем.
Их, оказывается, здесь два. Я думал, что один Праксис всего лишь. Ну, здесь уже денег у меня не хватит. Все, что успел насобирать по деньгам, все, собственно. На все, что хватило. Даже еще 3000 осталось, с учетом того, что мы тут напродавали кучу. Еще что-то нужно? Нет, спасибо, дружище. Я, пожалуй, пойду. Вот как? Ха, тратишь помногу. Поздравляю вас с успешной сделкой. Интересно, а куда этот Праксис девается-то? Инвентарь полон был написан для Праксиса. Он у нас же не идет в общую эту. Так, под инвентарь еще там, видите, сколько еще клеточек у нас не открытых, поэтому я думаю... Дорогой чувак, он поможет. Ну, разживаться пока на инвентарь тратится, думаю, смысла никакого нету. Это там я в Human Revolution, по-моему, таскал с собой по виду оружия там, револьвера, все дела. Кстати, револьвер мне еще пока здесь не попадался. Или, может, я просто не обращал внимания на все это дело. Может, и попадался, ладно, не буду. Лукавить. Отправляемся сейчас на Ружечку. Ружечка — это та станция, где произошел, собственно, теракт, где Дженсона повредил свои аугментации. Блин, а вот почему-то мне кажется, что в Human Revolution аугментация слова не употреблялась так часто, как здесь это происходит, да? Там просто импланты были. Рюжечка. Так, стоп, что-то у меня там программа Bridge. Я, кстати, не ручаюсь, что я все эти программы здесь отыщу в этой игре. Здесь вообще все прям найти адский труд и демонстрировать. Я вам такой самый интересный и ключевой, друзья мои, естественно, буду демонстрировать. Сейчас мы отправляемся, я тоже решил загрузку не перемонтировать, ничего страшного, быстро прогрузится. В этой, кстати, локации, с которой мы сейчас уходим, с апартаментом Дженсона, опять стал косячно работать DirectX 12. И поставив другую бета-версию, как мне... Очень там непонятно тоже с бета-версией. Они как-то по версиям очень странно идут. Я запутался, поставил самую, как мне казалось, последнюю, но нет. В этой локации все равно слетает из-за драйверов. Ладно, поболтаем пока. Дженсон, что такое? Ты что тут делаешь? Миллер меня послал тебя искать. Думал, ты на неприятности нарвался. Он так и сказал? Прямо дословно? Потому что я не виноват. Что случилось? Я тут работал, всем заправлял, и раз, меня обвиняют в попытке порчи улик. Меня! Ты можешь поверить? Я бы такого никогда не сделал, Адам, никогда! Это наше место преступления. Да, но ты им попробуй объясни. Они за пушками полезли, так что я решил уйти, пока цел. Меня обвиняют в порче улик. Да они сами, небось, сейчас портят все улики. Знаешь, я сначала подумал, что это из-за Сони. Сони? Какой Сони? Да, просто девушка, я ее английскому учу. Муж у нее, оказывается, собственник. Ну, ты понимаешь. Смайли. Да, точно, отвлекся. В общем, я там, кажется, что-то нашел. Очень важное. Что-то, что может раскрыть все дело. Мне надо просто взглянуть на снимок места взрыва. Так что даже хорошо, что ты здесь. Ты же можешь в своем Дженсен-стиле туда пробраться и достать мне, что нужно. И что должно быть на этом снимке? Это улика, Дженсен. Трехмерный снимок места взрыва масс-спектрометром. И? И если бы я пробыл там еще хоть минуту, я смог бы его забрать и во всем разобраться. Тот факт, что они не хотят меня пускать к снимку, лишь разжигает любопытство. Снимок явно важен. А что мне надо найти? Это место взрыва. Там везде обломки и много полицейских. Когда пройдешь через турникеты и офисы охраны, увидишь турагентство, где у них снимок, если они не увидят тебя. Сколько там полицейских? Не знаю. Несколько. Они все с пушками были, так что я уж не стал пересчитывать. Как минимум один в силовом костюме. И мне кажется, что они сначала стреляют, а вопросы задают потом. Нам нужна эта улика. Да, именно. Правильно говоришь. Но ты не сможешь туда просто зайти и попросить ее. Ты ведь из Интерпола и, ну, с аугментациями. А они после вчерашней атаки не особенно любят... И где мне его искать? Криминалисты обосновались в турагентстве. Точнее, там, где раньше было турагентство. Иди туда, забери носитель со снимком и выходи. Вот и все.
Это дело не быстрое, Смайли. Понял. Я мешать тебе не буду. Вернусь обратно в штаб. Удачи. И не говори об этом Миллеру, ладно? Ага. Что ж, серьезный подход получаем, 500. Можно возвращаться. Походу, за все получаем. Все равно нам здесь не пройти. Ну, как вы видите, здесь все в разрухе пребывает. Более-менее прикольно, кстати, сделали. Я не знаю, тут можно что-нибудь найти козырное. Ну, вот, например, можно хотя бы, я думаю, дверку сейчас взломать с задним проходом, в котором наверняка есть вентиляционная шахта. Второго уровня она у нас всего, да? Ну, я говорю, обольщаться порой не стоит. Тут второго, первого уровня бывают такие сложные... Все. Никаких хранилищ, к сожалению, тут не было. Так, стоямба. Что это у нас тут такое? О, карманный секретарь с самоздатом лежит. Если вы аргументированы, то должны понимать. Ну, как мне надо почитать будет, усесться, что там пишут в этом самоздате. Меня даже они интригуют. Привет, Вик. Нужно, чтобы ты пошел на станцию Фонтан Чапика. Работник билетного терминала отпросился. Код терминала 3998. Спасибо за мной должок. Вильгельм. Получаем какой-то код непонятный. Ну и да ладно. Что нам с этим кодом делать пока нет? Да, там, как вы видите, есть вентиляционная шахта, где можно пролезть и, собственно, полазить поверху. Но там все находится в этом самом. В электричестве. Наверняка можно было бы вырубить этот рубильник и проникнуть. Но мы сейчас более легким путем пойдем. Я вам покажу. Гражданским вход воспрещен. Я работаю в опергруппе 29. Подумал, что мне стоит тут осмотреться. Неправильно подумал. Это местное расследование. Вам, опергрупповским, свой хрен сюда совать не нужно. Хорошо, забудем. Всего. Дерзкий отойди полицай. Подальше, ну что ж, ладно. Будем с тобой действовать по-другому сейчас. Ну, пока не будем соваться, дабы не палить контору в красную эту зону. Так, а здесь у нас просто туалет полуразрушенный от взрыва, да? И ничего интересного я пока что не наблюдаю. Разве что только... О, кредитный чип. О, прикольно. Таки нашел что-то. За дверью ничего нет, увы. Здесь есть электронный замок, который можно взломать. И никто вроде даже об этом не заметит. Так, тихо, не гоните лошадей. Доступ разрешен. Отлично. Скриптер. Так, ну а тут уже... Ой. Блин. С пылесоса почему-то не перепрыгивает. Я, честно признался, думал, сейчас вырубишь пылесос. Он здесь у нас сделан для отвлечения маневра. Зайдет какой-нибудь полицейский, который услышит это все дело. Но нет. Также мы взяли, кстати, да, ключ-карту для входа в красную зону, если что, вдруг кому интересно. Ну, туда мы попадем чуть позже. А здесь, собственно, есть вентиляционная шахта, которая позволяет нам пробраться в левое крыло этой станции. Тут даже вот тусуются двое полицейских. Один М, другой Ж. Один черный, другой белый. Два веселых гуся. О чем они там говорят, едва ли слышно, но вот, кстати, решеточку лучше не торопиться, не открывать, пока они не разойдутся, иначе вас будут палить. Вот этот товарищ, который сюда лицом смотрит. Кстати, на мини-карте еще у меня агментация не прокачана, которая показывала бы, кто куда зыркает. Но в дальнейшем, в будущем, я думаю, мы с этим разберемся, прокачаем. Упростит, конечно, нам эту задачу по проникновению, но и... В принципе, и так Дженсен весьма и весьма неплохо справляется. Всего лишь достаточно изучить их маршрут, немножечко где-то подождать, где-то прошмыгнуть, проскользнуть и надеяться на удачу. Но, повторюсь, в будущем это исправится прокачкой. Так, все вроде расходятся они. Прилипаем к коробочке. Перепрыгиваем к следующей. Сейчас отойдет подруга, развернется от нас. И мы с вами... Опа! Никого нет. Совершенно верно, никого нету. Даже не заметили нашего присутствия. Заходим. А это, кстати, да, собственно. Ой, блин, кто-то нас услышал. Что-то я, блин, разбегался. Чувак, все в порядке.
тут крыса просто бежала. Тоже может такое быть. Классно сделана локация. Сейчас еще вы ее увидите в полном великолепии. В ее разрушенном полном великолепии. Вот за холодильничком есть, собственно, да, вентиляционная шахта, куда можно пробраться. Куда здесь можно запрыгнуть, не вижу ни хрена. Вот, куда-то можно. Для этого вам потребуются сильные ноги. Что вот избавит вас от... Вот, обратите внимание, как здесь прикольно все. Правда, я что-то быстро очень. Включите, да, вот этот рубильник. Это не позволит разгуливать здесь полицейским, кстати говоря. Потому что вот вся площадь, которая там покрыта, ведет, собственно, к этой комнате, где лежат наши улики. Вот они, кстати, там на столе. Это турагентство какое-то, если мне память не изменяет, да, как выразились. Так, что у нас тут? Паспорта какие-то. Смайли, да, вот серьезный подход, призрак и ловкач. Yes. Неси его в мой кабинет, проверим, прав ли я. Понял. Получаем за это еще один праксис, мои друзья мои. Это хорошо. Сколько у нас их там уже? Ой-ой-ой. Что-то я не могу допрыгнуть, что ли? Придется что-нибудь подставить, я так понимаю, под это дело. Что возвращаться я планирую сюда, отсюда тем же путем. Возможно, я, конечно, немножечко здесь так как-то, не то что неряшливо, а небрежно, не оглядел все, что там в этой комнате интересного есть, что-то, возможно, пропустил. Но, честно признаться, задерживаться здесь неохота, чуть коряво очень, по проводам я прополз, и прям меня эта зараза вынудила упасть в избу читальню. Здесь какая-то библиотека, что ли, как... А, ну журнальный магазинчик, я понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, дружище. Блин, зараза, мимо него никак не проползти, да? Еще и там меня кто-то палит. Видите, обратите внимание, как здесь... Ячейка КБ. Так, ее использовать не хочу. Можно вот так вот просто запрыгнуть, если у вас есть ножки сильные. Мы поймаем тех, кто это сделал. Обратите внимание, трупачье лежит. Ух ты. Слушайте, классно. Ну так, с точки зрения эстетики. После взрывной такой антураж. Бум. Так, куда это мы идем с вами? А, ну это если что, вдруг вы решите тоже свалитесь и решите через журнальный магазин пробираться. Здесь еще один проход есть. Так, ну что ж, возвращаемся. Вот, собственно, и вся миссия, все проникновение. Единственное, повторюсь, мой косячок, что я не это сам. Ой, блин, там идет. Хорошо, на мини-карте показано. Ой-ой-ой, блин, она еще нас спалить умудрилась. Ну, вроде не сильно отреагировала-то. А, все, успокоилась. Ну все, ты развернись уже туда, либо сюда, господи. Вот стоит башкой, телепает. Балда. Придется подождать. Это вам не динамичный Splinter Cell. Хотя здесь тоже можно в таком роде. Шух-шух-шух-шух-шух. Проник быстренько. Это был первый теракт. Я бы еще смирилась. Так, аккуратненько прилипнем на всякий пожарный. Все равно, видите, зараза, краешком глаза на нас косится. И, друзья мои, я вас поздравляю, собственно. Выбираемся отсюда. Там уже нас никто, вроде, по идее, не должен заметить. Мы сейчас выберемся в безопасную зону, не в красную, да. И выходим. Ну, кстати, я еще хочу немножко здесь подзадержаться. Давайте сохранюсь, только по-рыхлому. И мы сейчас отправимся, да, вот в это место, откуда мы нашли ключ-карту. Здесь есть очень интересный момент. Очень уж мне хочется сделать вот так вот. Сюда. Опа! За уголок плечамкну. Там есть камера. У этого есть, кстати, карманный секретарь, в котором есть пароль. Как вы просили, мы изменили все данные для входа, чтобы попросить ваше расследование. Код комнаты охраны на станции Ружечка изменен на 8066. Вот это имеется в виду, вот этот вот код. Можно отрубить сейчас, кстати говоря. Но у меня нету энергии. Энергию я пока тоже, друзья мои, не прокачиваю, потому что, ну, как вы наблюдаете, она нам без надобности. Сейчас в основном стараюсь социально проникаемые. Так, 8066. Задерживаться не будем, потому что взламывать это дольше. Видите, эта зараза нас засекла. Сейчас немножко подождать, пока успокоится. Но она успокоится рано или поздно. А вот здесь уже можно взломать. Рейтинг безопасности 3. Укрепляем основной наш узел.
И нас кто-то тут вылавливает, пытается. Укрепляемся, разгоняемся. Так. Вот, можно взломать красненький фаервол. Но все равно здесь хранилища никаких нет, увы. Вырубаем тревогу, вырубаем камеру, которая вот только что нас, да, пыталась отследить. И попробуем обобрать то, что, блин, такие прикольные эти стоят вертикальными, как на приставку на PlayStation 4 похоже. Да, вот тут лежит коробочка с деталями для сборки. Тут еще, видите, шкафчики. Поживиться, в общем, есть чем. Шоковым пистолетом патрончики. Хопа. Дымовая граната. Интересно, потребуется ли она когда-нибудь дымовая граната. Возможно, потребуется. И патроны транквилизаторной винтовки. К сожалению, больше ничего козырного мы здесь... Ну, во всяком случае, я не наблюдаю. Пистолет еще лежит, но пистолет мне без надобности. Там серверная, в серверной ничего особо нету. Я проверял, только тратить свое время и рисковать быть замеченным работником этой самой серверной, потому что он не является там патрульным никаким, не полицейским, просто кипиш поднимет и будет вырубать его лишний раз, за это даже опыта не дают. Ладно, отправляемся, в общем, мы с вами в Цистерцвурт. Станция Палисейд, короче. Вот. И сейчас, я думаю, нам потихонечку пора эту серию заканчивать. В следующей серии мы с вами посетим ОГ-29, пообщаемся с интересными людьми. Вот, и также пообщаемся с Миллером, отправимся в город Големов. Я там в следующей серии прям действовать еще в город Големов не начну, но все приготовления, скажем так, выполним и посмотрим, как же будут развиваться события. Вот, ну, а что касается этой серии, я не знаю, может, конечно, каким-то другими способами, может быть, я что-то козырное на этой ружечке не нашел, потому что, ну, там все это облазить в поисках какой-то, не знаю, там, полазить среди этих трупаков, среди охранников, полавировать, можно, конечно, но там ходит один, кстати, очень такой здоровый засранец, ну, замечает и видит вообще вас везде, поэтому рисковать стремновато, мы же с вами, как бы, призраки, все дела, а так, свою задачу, как бы, я выполнил. И, в принципе, я так понимаю, самый, наверное, оптимальный путь показал, как можно туда добраться. Кто сделал по-другому, пишите в комментариях. Я с удовольствием почитаю, послушаю. Дэнсон, кажется, у нас в деле есть новая зацепка. Тебе надо проникнуть в город Големов. Гетто для аугов. Что там у нас? Запись теракта с разведкамеры. Чан смог восстановить часть изображений. Только прежде, чем ты куда-то пойдешь, наш новый психолог должен дать тебе допуск. Значит, рассказывать ей о новой улике для Смайли не надо. У вас, бюрократов, ладно, отнеси Смайли свою улику и удели ОЗН 5 минут времени. Как закончишь, звони мне. Этим мы займемся, друзья мои, в следующей серии. А сейчас я хочу с вами попрощаться. Тыкните большой пальчик вверх и подписывайтесь на канал. Я очень надеюсь, что вам все понравилось. Ну а с вами был Фолиот. Всем до новых встреч. Как всегда, большое пока.